Значит, если сравнить питание с 1 января 2013 года в наших дошкольных университетских заведениях, то оно стало лучше. Мы ушли от бутербродов, от холодных напитков, у нас горячее питание. Другое дело, что мы сейчас мониторинг проводим и видим, что не все учебные заведения по нормативу расходуют финансы. Это вторая часть вопроса, мы будем над этим наработать. Нас интересуют сейчас нормы как финансовые, так и формы натуральные. То есть мы должны знать, каким качественным питанием мы кормим наших деток. Но, в принципе, хорошее питание в дошкольных учреждениях. Что касается организации питания для начального звена с 1 по 4, то 100% детей мы охватили питанием. Старшеклассников, к сожалению, мы меньше охватили питанием, но увеличилось в два раза количество школ, которые питают старшеклассников. У нас цель до конца года – организовать питание старшеклассников, потому что, вы знаете, что учебный процесс долгий, много часов учебных, дети в 3 часа уходят, а их надо кормить. На первом месте у нас здоровье детей. Второе, хочу сказать, что мы в этом году успели многое сделать в столовых и на кухне, то есть модернизировать оборудование, что позволяет сэкономить финансы и направить их на качественное питание детей. Исходя из ситуации, которая сейчас позволяет менеджерам учебных заведений организовывать самим питание, проводить тендер со своей комиссией, позволяет и требовать от них качественной работы. Поэтому каждый заинтересован в том, чтобы питание было качественным. Я думаю, что мониторинг мы будем проводить в течение буквально каждого месяца. Информировать будем исполком хотя бы 2 раза в год по дошкольным учреждениям и по доуниверситетским. Сегодня я информировала по доуниверситетским. Сейчас готовим доклад по дошкольным, потому что они в ведении примарии находятся. Есть вопросы тоже. Но считаем в целом, что посещаемость детей дошкольных учреждений очень хорошая, очень высокая. То есть родители водят детей, есть желающие в садиках. Но, вы знаете, общество должно быть ответственно за наших детей. Это наше будущее. Поэтому наш долг – качественное питание. Мы провели совещание с директорами доуниверситетских учебных заведений. Мы показали нормативную базу законодательства, которая позволяет организовать питание для старшеклассников, чтобы у них не было никаких нюансов при закупке продуктов, потому что прокуратура проверяет, органов много проверяющих. Вот. Но у нас желание организовать питание, организовать для всех детей и старшеклассников в том числе. Но я хочу сказать, что кроме столов у нас во всех учебных заведениях есть буфеты. Буфеты тоже работают, вот, но это тоже как крайняя мера. А ассоциации родителей могут как-то могут подключиться, но это тоже надо делать в рамках законодательства.